E o segundo. Какая стрёмная планета. Еще не очень хорошая. Так, ну поехали. Так, и чё? А, ну да, шорткат открыт. Ну это со спины, правильно? Да. Удар, что надо. Так хватит бегать. Не такое бывало. Блин, ничего не понятно. Еще ж кто-то стрелял, нет? Ну как бы ладно. Ох, лол, можно вниз спуститься. Ну что-то я не хочу. Блин, я к боссу походу вышел, да? Еще одному. А, нет, это тайник просто. Скрытая здесь. Энергия руин? Кто здесь?
Блин, можно вниз, можно наверх. Куда мне? Давай наверх. О, опа. Странник. Смотрю, ты уже познакомился с сестрой Ночь и даже как-то выжил. О, световой меч. Нет, не прячь его. Теперь ясно, как ты выжил. Кто ты? Ты не бойся меня. Я странник. Изучаю природу вымерших рас. Мертвых философов. Изучаешь сестер ночи? О, я изучаю всякое. Да, та сестра ночи. Она была мала, когда здесь началась война. Вся семья погибла на ее глазах. Что ты знаешь о руинах? Они очень древние. Сестра Ночи и ее клан поддались силе, что там сокрыто. Не ходи в руины. Тебя ждет тоже. Очень мутный тип. Можно, но со снаряжением. Умри! Ну, я так и думал, что вниз спустимся. Привет, шарфы, привет, Джоли. Ну да, ну да. Блин, главный герой, у него внешность вообще какая-то не харизматичная. У нас все же получилось. А ты умеешь развлекаться. Можно с Тим беди. Блин, вы не поверите, но пока я работал, я думал об этой игре. Значит, она не так плоха. Блин, я нового Люка Скайуокера не видел, кстати. Он мне напоминает, это главный герой какого-то шута, что ли. Придворного. Не знаю, очень странная ассоциация. Работаешь? Да нет. Вот-то нормально. Седьмой? Да, смотрел. Там он старый, по-моему, был, нет? Привет, Редмонс. Кстати, завтра это... Я приобрету Tales of 1. Три игры в одном комплекте. Три диска на коробочке. Ей. Ненавижу Tales of, но все равно возьму. Ты не пройдешь. Отойди. Нет. Учитывая то, что там все предложение очень годное. Кто? Что? Джедаи, воры и обманщики. Они несут лишь смерть. Назад! Еще раз помешаешь мне, я тебе устрою. Я тебя не трону. На мои павшие сестры. Отомстят за себя.
Господи, у меня крылья еще что ли? Кстати, Шарфик, а у вас на работе ничего не говорят по поводу премии на 23 февраля? Просто у нас какая-то тишина, мне это не нравится. Я хотел бы ее, чтобы она была. Да, зомби-магия пошла на этой планете. Нет, не говорят. Понятно. А, ее и не бывает. А, стой тогда. Покинь это место. Не знаю, на Новый год же есть. Ну такие себе итоги года. Мы никогда не склонимся. Но у нас, например, на типа якобы профессиональный праздник тоже премия была. На 8 марта, в смысле, бывает премия? Блин, я хочу наверх запрыгнуть. Ну, в России нет равноправия как в отношении полов, так и в отношении разных слоев людей. Но не суть. Блин, меня бесит то, что они пытаются за закоулки ставить врагов. Так тупо. Ясно, я понял, Шарф. Значит, все плохо. Эх. Лучше бы я не спрашивал, да еще надеялся на что-то. Блин, фига они прыгучие. Да, это зомби. Типа их женщина из какой-то лабуды. Каких-то личинок выплюнула. И она сказала, что это труп. Ей удается следовать за нами. Цера называла их владеющими силой, но я не видел, чтобы ее так использовали. Лучше нам держать ухо востро. Стоп, а у тебя уши есть? Знаешь, что это за крылатая штука? Надеюсь, и не узнаем. Но имеется в виду пессимистом, не прям пессимистом, да? Прям максимально пессимистом. А типа надеяться на что-то, но при этом надеяться в малой степени. Не быть законченным пессимистом из разряда, там, не знаю, боже, я прожил еще один день, ну и говно, лучше бы я сдох. И каждый день вот с таким пессимистичным настроением жить. Нет. Вот это пессимизм в моем понимании.
А про тот пессимист, который я говорил, это из разряда, там, не знаю, что-нибудь дадут, но дадут мало. Ага, вот сюда. Есть. Давай-ка посмотрим. Не, ну, насколько я помню, я ее придумал типа неспроста, из разряда сотрудницам, скажем так, на 8 марта вроде как что-то давали. Ну а если давали что-то на 8 марта, то возможно дадут и на 23 февраля, но я как бы не спрашивал. Короны братьев ночи. Мы приближаемся к деревне. Не знаю, Шорф, не знаю. Я думаю, в следующем месяце. Есть там кто? Продвигаемся, братья! Он дрожит от страха! Потому что мне еще другие предзаказы висят. Неоплаченные. И мне еще надо деньги копить. Седай, друг. Тебе недолго осталось. Твой выход! Тебе придется постараться. Да, Сакура на PS4 ремейк выйдет в апреле 28-го. И я хочу предзаказать и застримить. И она будет ну, дейтим с элементами экшен-РПГ. Да, Redmond, ну, короче, да. Я ответил на вопрос Redmond. Там Шарфик, он типа не в курсе был. Еще аниме выходит или уже, а, или будет весною по этой игре, типа как реклама. Но мы его смотреть не будем, мы бы спойлеры, фан-сервис, бла-бла-бла. Да, это для нее Кубу привлекли, все верно. Ну, конечно, не победить, потому что я застрял. Тут за кем-то охотились. Там еще, кстати, первую часть наконец-таки перевели, по-моему, для Dreamcast. Не, мы там Redmond удивляется, что Sakura Wars, она типа жива как проект, и она выйдет на PS4, он об этом. А мы о ней, да, вот. Мы не о старых. Блин, там что-то сверху капало. Какая-то черная смола, что ли. Ламинеги, ты же Код Вейну Редина смотришь. Я правильно понимаю, что Код Вейн это просто симулятор фармежки, чем Souls игра? Мы тебе не по зубам! И симулятор это. Я какую-нибудь красивую шмотку найду и ее экипирую, и в этом весь смысл игры. Ты что-то посмотрел, 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 вот что-то как-то вообще не клево. А, краем глаза. Единственное, что я увидел, это, блин,
однотипные кишечные коридоры, которые выглядят как один. Просто мрак. Ну ты будешь стрелять? Ух ты ж. Давай сюда, беги. Ладно, я побежал. Мне нужно убить его. А как мне туда попасть? Ну вот и я о том же Ламинеге. В личном кабинете Магнита. Угу. Ни разу там не был. В Магните. Звучит интересно. Да, мне надо наверх. А чё карта говорит? Ну, тут уровней нету. В этом все поди и отличие. А, там что-то можно примагнитить. Нет, стоп, чё? Отлично. Хорошие данные. Здесь плохая карта. Этого не отнять. Чужак намного сильнее. Сложите оружие, мы должны покориться. Ну, кстати, эта игра чуточку отличается от того же Кодвейна. Хотя там и там ты бэктрекингом занимаешься. Тут хотя бы способности открывают геймплей немного, которые позволяют тебе дальше пройти. И она... этим ты получше будет, чем Кодвейн. По крайней мере для меня. Того, что я видел. Это к слову. Блин, там внизу дресня какая-то. Ну, что это такое? Давайте пауков. А, нет. Можно с Тим, беги. Мне гораздо лучше. Спасибо. Хороший. Ну, здесь напарник клёвый на самом деле. Я бы сказал бы, он... Можно так сказать, достоинство игры. Он просто молчит, пиликает и... Всё. И он ничего делать не умеет. Ну, как, хилки может давать.
Господи. Ну и картинка Джоли. А почему я не могу наверх запрыгнуть? Мне вот интересно. Ну ладно. Именно так, Шарфик, именно так. Для фанатов Звездных войнов, возможно, это клёвая даже игра. И они его все записки читают. Не-не-не-не-не. Так. Ну, будет у Абитора спросить, как он тщательно записки читал. Должно быть, здесь живут братья ночи. Напрямик. Да. Только если не будет выбора. Поехавший. Его и нет. А я так понимаю, мне осталось это посетить планету. Потом другую планету, потом снова эту планету, потом другую планету и конец. Плюс-минус, я правильно понимаю? Ну, короче, еще долго, я вот хочу. Ты же пролегусь. Ладно, я потом спрошу. И в этот вопрос точно будет подниматься несколько раз. О, можно хилиться во время скольжения. Ничего себе. О, забаговал. Не, ну плюс-минус неправда. До этого я посетил куда больше, а плюс-минус это типа, ну, плюс-минус один, как бы. А если применять эту фразу к совершенно любому случаю, то там не плюс. Минус один, скорее плюс-минус пять будет. Так. А, чё это такое? Увеличивает урон на... Пара-па-па-па-па-па-ра-п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 а
Ну, типа, эту планету мне надо посетить дважды. Потом еще две новые планеты. И вроде как все. То есть... Я прохожу эту планету. Мне открывают новую планету. Затем я прохожу второй раз еще раз эту планету. И затем мне открывают еще новую планету. Вроде что-то эдакое плюс-минус. Всего было 4 их. Ну, включая эту. И мы каждую дважды посещали. Кроме этой. Сколько ярости и ужаса. Как тут кто-то мог выжить? Блин, мне очень не нравится это болото.
Почти, да. Что это? Прекрасно. Ну что-то она какой-то прямолинейный, нет. О, я семя нашел. Думаю, для Гриза как-то жутковато, но это же Гриз. Слушайте, я не понимаю, куда мне идти. А, наверх. Где-то что-то наверху. А, видимо, сюда. Так мне... Стоп, чего? Вот оно как. Бывает. Когда-то здесь была арена. Братья ночи уважают только сильных. Ну, что-то не похоже на арену. Пол. Блин, это ловушка была. Зря я за ним погнался. Блин, там сейчас со спины еще при этот великан прибежит. Блин, у меня еще предсмертная атака. Хорошая работа. Эй. Там кто-то наверху. Мне обойти. Ни дня без находки. Эй, Биди, что это? О, ты что-то нашел? Эх, не смог прилипнуть. Yeah.
Эй, беди, посмотри тут. О, там было что-то интересное. Сестрами ночи управляла мать. Она владела сильной магией. Блин, они же вторую часть, да, делают. А что они там будут рассказывать? Главный герой же всему научился. Или они другого придумают? О, еще какая-то летающая штука. Так вот, раз недобрая, кстати, по сравнению с лесом. Быстрее, пока он не восстановился! Наш брат пал! Он дрожит от страха! Блин, как я плохо сразился. Отличная работа. Ну ладно. Нужно проверить. Так. Блин, вот этот враг, он вроде бы простой, но я вроде много в лицо получаю. Как так? Тебе здесь не место. Если останешься, братья убьют тебя. Ха. Думаю, ты превосходишь их по силе. И типа это я просто так, да, залез? Ну ладно. Можно засейвиться, кстати. Шорткат-то открыт. Здесь тебя ждет только смерть. Ну и пускай. О, здесь тоже был сейф. Блин, тот босс будет. Ну, посмотрите на эту арену. Погоди, может быть опасно. В
О, он похож на этого. Понятно. Я вообще не понимаю, почему я не могу по руке его ударить. Так, и чего? А, ну урон наносится, когда я по руке бью так-то. О, а вторую теперь задействовал. Использовать притяжение? Чему? Он же большой, алло. Нужна помощь! Что происходит? Притяжение было. Красоте, я понял. Блин, я не могу вот эту ударную волну эту, отразить, так сказать, нормально. Помоги мне беди. Лол, чё он неуязвим? Ааа, к моим атакам. Ну и куда он полез? И чего? Всё что ли? Тварь ушла. Подраться. Отстой. А, я думал, будет с помощью двух мечей карабкаться.
Мне наверх не подняться. Ну ладно. Господи, он еще более неуклюже теперь поднимается. И очень как-то подозрительно быстро. Как будто лошадь скачет. Судя по звукам. Блин, как они запарили в этих играх. То, что ты ползешь и все ломается, и вот эти узкие, блин, проходы типа. Сильнейшие из братьев ночи проходили обряд посвящения в логове этого существа. Здесь закрыто. Ну ладно. Держись крепче. Ой. О, вот это прикольно. Нет, это отвратительно. Я ошибся один раз, и я не смог обратно вернуться. Потому что там все ломается. Что за бред? Что за бред? Ну, хоть опыт вернули. Короче, лучше прыжок не нажимать тут. В смысле? Чё ты встрял? О, там секрет был. С него опыт. Лол. Я, кстати, ничего не нажимаю, а он тыкает. Как так, мол? Сейчас воспоминание какое-то будет, лол. А, я должен типа попасть. И еще разок. Я пытался в лапы на самом деле изначально приземлиться.
Блин, я думал, я успею. Типа, он успеет под меня подлететь. Блин, скалял орущие головы. Готовься, беги! Прыгаем! И как нам отсюда спускаться? Высоковато! Опять? Ну, хоть тут с первого раза у меня получилось. С ним. Да нет, непонятно. Я ничего не делаю. Игра сама его прикончила. Ты в порядке? Я в порядке. Чего не скажешь об этом существе? Ну, у него порезы остались. Я не знал, что это его дом. Он как бы мог не трогать меня, потому что я был гостеприимный. Он первый на меня напал. Начнем с этого. Ой, все. Удар, что надо. Братья, помогите мне. Ты готов умереть, ожидай. Отомстим за нашего брата. Не давать ему двигаться! Ну, в принципе, как типичный герой какой-либо игры. Ну, они все такие. Ходят и все, на всех бычат. Да ну пощади, ты играю вас. Блин, да чё тут с выделением-то?
Единственное отличие между темной и доброй стороной, я так понял, это в том, что темная сторона бьет, потому ожидали, что, ну, что мы вернемся. Черпая силы и злости. А добряки, они бьют просто потому, что бьют. Вот. И типа ты сильнее тогда, когда ты бьешь и в силу вкладываешь не агрессию, а просто лупишь. Это вот единственное, что я подчеркнул из этой игры. Что он просто всех бьет без задней мысли какой-либо. Просто хотел посмотреть, что выйдет. Как ты с резаком на кошельке? Не хочешь заглянуть? Что это, беги? Он слишком опасен. Нужно убить его. Нет, отведем его к брату Вискусу. Нужно проверить, верно? О, ты что-то нашел? Я не могу войти вот в эти темные дыры или что это, я не знаю. Даже на шаг не дает протиснуться туда. Так, и что мне это даст? Ничего. Ты проиграешь нам. Он дрожит от страха. Я еще до тебя доберусь.
Ну что, все что ли? Да я должен ее был толкать. Блин, там секрет, которого мне не достать. А, ну все было очевидно. Не такой уж ты и мастер. Мне нужна помощь. Мне куда лучше веди. Нужно проверить, верно? Посмотрим, что ты нашел. Я устал ждать указания от сестры. С этим нарушителем надо расправиться. Это они обо мне, что ли? Или они мужики, которые тут бегал? Который нас типа поприветствовал. Ну, там опять какие-то головы кричащие. Пришели! Тебе не победить, наружу! А сейф он вон там ведь, правильно? Блин, это племя чем-то Mad Max'а напоминает. Раскраски не знаю. Какой-то красный, как красный песок, но нет. Там вроде тоже в Mad Max красная была пустыня. Почти, но немного отвлекся. О, корабль. С Гризом что-то не то. Говорит, видел кого-то у богомола. Датамир плохо на него действует. Вроде он всегда такой. Ты в порядке? Я ничего не видел, значит, да? Выхожу из деревни Братьев Ночи. Возвращаюсь к миссии. Смотрю, все под контролем. Да, мы с Биди справимся. Нарушителя! Неплохо!
Кончим его! Кончим! Тебе не убежать! Блин, а куда мне надо? На корабль, получается, потому что ему там плохо. А в какую следующую точку идти? А, наверное, там, где я упал, теперь пройтись. Уже. Ну да, да, да. Блин, я там что-то пил еще. Ну окей. Отсюда мы начинали сегодняшний стрим. Не видно. Не попался ли он братьям ночи? Я до туда допрыгивал? А, ну да. Очень неудобно для поля драки. Место. А, ну вот теперь храм проходить, да. Переключался. А что, ничего с него не будет? А все не так плохо, да? Мне кажется, этот путь к хилке ведет. Какой-нибудь санине. Что там у тебя? Блин, это все из-за врагов, что ли? Не лутает.
сюда! Я остановлю тебя! Бросай, Стим! Да хорош! Не хочешь проверить? Что там, беди? Блин, без скилок было бы жестко тут. Очень даже. Ливно было выиграть аккуратнее, нежели чем я сейчас. Я знал, что ты туда рванешь. Посмотрим, что ты нашел. Изгой. Из фильма. Некая раскраска, что ли. О, да, это к хилке вело. Ей. Не думал, что буду так радоваться ящику. Подходит. Спасибо, беги. И типа потом вниз прыгать. Время пазлов, я так понимаю. Или это будет сморг пазл из разряда изничтожь все. Мой друг, мы добрались до гробницы Куджета в поисках Астриума. Не хочешь проверить? Что это, беди? Все это просто исчезло. Ну да. И смысл. А, все-таки я могу меч кидать. Да ну выберись ты.
Ну, у него фенечки есть. И не замечал во время тренировок. Устроим реванш позже? Да, конечно. Вот и славно. Ну что, на тренировку? Как всегда. Ну ладно, еще увидимся. Пока. Скоро будут новые приказы. Наконец-то. Я готов убраться из этой дыры. Ты торопишься? Мастер Топал позвал на тренировку. Удачи, парень. Ничего себе анимация. Мастер Топал. Подаван, проведем инструктаж. Да, учитель. Жду на месте. Ты что, без опозданий? Ну, я должен был вперед прыгнуть, нет, на стену. А, за это можно было ухватиться. Я думал, тут надо бегать по стене. Лол. Неплохо. Помни, все зависит. Мне надо запрыгнуть на стену повыше. Да почему? Ну это должно проходиться на раз и два, нет? О. Дебюк, что ли? Хорошо, подаван. Иди сюда. Предвидел, блин. Ага, рассказывай. Начнем с физической подготовки. Но для начала приказы. Бракка за нами. Выдвигаемся на Майгиту. Да! Нужно... Учитель, что с вами? Что-то не так. Нет, нет! Что же это? А почему командир? Подаван, грядет что-то страшное. Клоны предали нас. Я не знаю, в чем дело пока что. Покинем этот корабль. Скорей, доберись до капсул. Будь осторожен. Мы готовились к такому. Помнишь? Да, учитель. А как же вы? Я их отвлеку и сразу к тебе. Если вовремя не приду, улетай без меня. Встретимся на браке. Ты все понял? Да, мастер. Они близко. Я Блин, прикольно они резали вот эти моменты. На пути сразу действуй. Тренировка, учитель. Иди. Да прибудет с тобой сила. Иди! Ну же!
Нет, хватит! А он будет отражать? Если я буду бежать. Понимаю, в чем дело. Что происходит? Мы следим за джедаями. Мелкого пока не видно. Ищите повсюду. Он не мог далеко уйти. Вентиляция вырубилась. Стой! Что за шум? Охраняй помещение. Хотел на скорость пройти и не получилось. Понимаю, что изменилось. Что это было? В технической зоне кто-то есть. Кажется, турболифт рядом. Осталось еще немного. Нужно двигаться дальше. Прикончить его! Потом займемся. Ух! Подаван, твой световой меч! Простите, учитель! Лезь наверх, встретимся позже! Воспользуйся им, чтобы мы могли уйти. Да, учитель. Мы догнали до пала шлюз. Пришлите подкрепление. Жаротопал находится за той дверью. Да, но он через нее не пройдет. Ему пришлось бы слишком долго кромсать ее световым. Что за звук? Приготовиться! Скорее, подаван, нам нужно уходить. По красоте все. Совета джедаев. И помни, верь только в силу. Учитель.
а почему у него был сдвоенный, а нам пришлось модернизировать, чтобы он стал сдвоенным? Ну, просто. Чтобы у нас был вместо меча. Хотя нам дали посох готовый. Подаван. Проведем инструктаж. Мой страх стоил мне. Твоя воля слаба. Не хватает выдержки. Ты дал мне умереть, Падаван. Ты позволил страху нарушить связь с силой. Да. В моей смерти повинен лишь ты, ученик. Ничтожество. Слабак. Предатель. Ты не джедай! Ничего. Он сломан. Кристалл. Молодец. Без... Дурак. Беги. Спасибо. Давай выбираться. Не могу объяснить беде. Я и сам не понял. Что-то пошло не так? А я тебя предупреждал. Лучше уйди. Уйти? А ты один останешься в этом опасном месте? Нет уж. Так, с меня хватит. Ты кто вообще? Таран Маликас. Я был джедаем, как ты. У нас много общего. Не думаю. Что? Мы прошли истребление. Бойцы предали меня. Пришлось разобраться с ними и скрыться. Здесь. В этой глуши. Чья тьма поработила меня. Но я покорил ее. Это тебя почитают братья ночи. Да. Эти дикари уважают лишь силу. А мы знаем, что сила — лучший помощник для нас. Нет. Нет, ты используешь силу ради власти, так... Так джедаи не поступают. Сейчас не то время. Нас уничтожат, если не поможем друг другу. Мне не нужна помощь. Судя по сломанному мечу, это совсем не так. Ты что-то там видел, да? Что-то ужасное. На Датамире таких мест немало. Вступи в мою семью. И ты получишь контроль над силой. Вступи в мою семью. И ты получишь контроль над силой. Звучит знакомо, Маликас. Сестра Мэрин, что ты себе позволяешь? Годами. Ты твердил, что это джедаи убили моих сестер.
перед тобой джедай. А ты хочешь, чтобы он стал твоей семьей? Надо было с ней разобраться. Ведьма, тебе не хватит сил! Сил? Ты безумен, Маликас. Датамир разложил тебя. Я верила тебе, а ты сбил братьев Ночи с пути. Я не джедай. Сестры Ночи Датамира не предают своих. Наша связь нерушима. Твои сестры мертвы! Да, их могилы вокруг вас. Пойдем. Как глупо! Эта сила тебе не подвластна! Вот вам урок. Если сестра Ночи в опасности, восстанут все! Беги! О, нет. Ну, мне дважды повторять не надо, я убегу. Двигатели. Что случилось? Сестра Ночи. Секретка. Гонится за мной. Эй, ты ведешь их сюда? Капитан, готовься к взлету. Закрыто. Я его не открыл. На помощь иди. Еще ад, кстати, в God of War напоминает с первой части. Локация. Уходим отсюда! Что за дела? Ты привел дохлых ведьм на мой корабль! Летим! В чем дело? Нашел гробницу? Меч твоего учителя. Я видел мастера Топала. Я видел, как он умер и что я натворил. Кэл. Все кончено. Я не спас его. Кэл, ты был ребенком. Нет. Нет, я мог спасти его, если бы был сильнее, смелее, если бы слушался его. Я мог спасти его, я знаю. Кэл, пора бы мне рассказать, что случилось со мной при побеге. Они привели ко мне Трилл. Взглянув в ее глаза, я поняла, что натворила. Она стала инквизитором. И что-то во мне сломалось. И я вышла из себя. Использовала темную сторону. И перебила всех. Всех, всех до единого. Кроме нее. Столько лет. Я не могла себе это простить. Я сломалась. Во мне кипела такая ярость. Я пыталась ее унять, но от себя никуда не сбежишь. И все, чего я хотела, умереть.
Он, почему он заснул? Но тут я узнала про Голокрон. Иди с закрытыми искра глазами. Искра надежды, что у нас еще есть будущее. Надежды, что не все потеряно. Вставай. Я не в силах изменить прошлое, как и ты то, что случилось с твоим учителем. Это в прошлом. Кэл, ты должен сделать выбор и решиться идти дальше. Как? Это будет твой первый шаг. Ты сделаешь себе новый меч. Он будет с повышенным дамагом или нет? Кэл, тебя ждет испытание. Да, я готов. Но не только сейчас. Опасайся темной стороны силы. Ведь ей легко поддаться. Ты все еще борешься. Рен. Хотя я перестала пользоваться силой. Борьба — наш удел. Это и есть испытание. Желание бороться делает нас теми, кто мы есть. Пора разобраться в том, кто я такой. Так. А сколько я семян, получается, не нашел? Раз, два, три, четыре семян не нашел. Наверное, одна на планету. А, вроде 8, а я сколько нашел? Раз, два, три, четыре. А, ну еще 4. А, ну и одно я посадил. Нет, 3 тогда. Ну ладно, я потом по названиям, думаю, найду. Я сумею таким. Да, я просто посчитал те, которые взрастились, но не посчитал кучку, которая еле-еле видна. Вот. Так. Так, сейчас, секунду. Я сейчас на Илюме, правильно? Ну, короче, Илюм, Датамир, Багана и Нур. Сказать, что на Багана делать? Ну да ладно. Ну, короче, мы завтра допройдем Звездных войнов, я так полагаю. Хо-хо-хо-хо. Ничего же не видно. Здесь будет уникальный геймплей из разряда «Пойми, куда идти в буре». Это храм джедаев. Где? Это было давно, но... Да, я помню.
каждый юнлин приходит сюда. То есть, приходил. Когда еще были джедаи. Блин, из-за этой игры, кстати, Звездные войны захотелось пересмотреть, лол. Удивительно, не правда ли? Вроде там можно пробраться. Я буду осторожен со льдом. Мысли. Ну типа вот поверхность, за которую цепляться, а как туда забраться? А, незаметные щели, точно. Блин, а если бы я посетил бы Датамир, меня бы сразу к мечу, да? Послали его нить. Я правильно ведь понимаю? Просто на Датамире основная цель не была помечена. Хотя, с другой стороны, там, наверное, даблджамп нужен в некоторых местах, чтобы пройти. Я бы в любом случае его бы не прошел. Мне кажется. Да, вот я о том же. Нужно проверить. Хорошие данные. И чего? А-а-а. Не, не пройдем Redlands. Блин, а это секретка или это не секретка? Раньше было красиво. Тепло хотя бы. Блин, а обратно не вернуться. К сожалению. Я помню это место. Магистр Йода расплавил дверь, чтобы мы попали внутрь. Не силой, кристаллом. Свет проходил через него, неся с собой тепло. Мы можем сделать так же. Ничего не понятно. Ну, наверное, вниз, да, но... Что нашел? Спасибо. Зачем это?
Ох уж эти пазлы. А, я понял, что надо сделать. А? Во. Мне игра опять заглючила. Да ладно, я хотел немного другое сделать. Больше ничего не растопит. И куда ее приделать? Би-би-би-бу-бу-бу-бу. Есть куда привязать веревку от окна. Значит, сперва нужно заняться кристаллом. Ну это глупые подсказки. Ну, с другой стороны, я могу еще кристалл подтянуть. Или нет? Вниз, если я это прокручу, я ее не приделаю, потому что радиус маленький. А, я понял. Наверное. Я типа эту прикреплю. Куку. И затем я пойду и кристалл тот активирую. И не надо мне будет ничего привязывать. Но все равно криво. Значит, мне нужно зеркало. Так, ну я ее точно приделать никуда не могу. Лучше мне никак не маневрировать. А я могу еще дальше толкнуть это? А, я могу теперь это что?
Лола, а почему кристалл не отсоединился? Ладно. Просто я с той стороны не мог его закрепить. Только с левой. Блин, я вот думаю, вот. Трещин под водой идет тепло, но здесь дикий холод. Там, где была типа якобы тюрьма, там были ли секретки? Я могу туда вернуться? Мы совсем рядом. Нельзя выбрать Кайбер Кристалл. Это он тебя выбирает. Да, прямо как ты. А потом мы будем цвета менять мечу. Ну да, как же выбирает? Рассказывайте. А, нет, и не было. А здесь есть один сундук, и я, значит, могу сюда вернуться потом. Просто тряхнуло. Ничего. Надеюсь, выдержит. Опять второй Uncharted пошел. Там тоже ледяные пещеры были. О, пронесло. Зов становится сильней. Поспешим. Блин, его же сейф. Странно. Еще образуется. Такое чувство, будто я окружен призраками. Нет, я не в порядке. Мне тяжело здесь. Спасибо. Это они. Как они нас нашли? Деритесь. Блин, мой проиграл. Отстой. Да, мой покемон оказался слабей. Но ничего. Ну куда ты? Ну почему?
где ты его видела? Да, вот эссенция здоровья. Не знаю, нет, Шарф. Сложно. Блин, так забавно, вот эта веревка вибрирует. Ой, что я сделал. Я думаю, рано или поздно тебе бы наскучило их проходить, поэтому ты бы не осилил. И со старых ограничителей бы сгорел бы. Инвентаря и прочего. Наверное. Японский бы потянул бы, переводя мувы. Коленица-то. Сэры, у нас проблема. В пещерах разведывательные дроиды. Они никак не могли поставить на трекер. Но я бы сказала то же самое об зоне Кома Крилы. Мы с Гризом обыщем богомол. Спасибо. Вернусь, как только добуду кристалл. Ты не в лучшем положении. Лишний раз не рискуй. Мне кажется, в Хирогане ты мало что, это батл. Поймешь. Да и к тому же там 4 части их, по-моему, то ли 3. Тебе придется их проходить все. Да, мне казалось, там есть именно прям Хирогана Battle 2. То есть не по азбукам, а именно. Вон он. Я вижу, и как он это сияет. Разделение. Блин, мне кажется, когда я получу кристалл, я куда-то опять упаду, и потом буду выбираться из дресни очень долго. Блин, там еще был другой этот заныр, ну ладно. Он где-то там. Я его чувствую. Мы скоро выйдем отсюда. Я обещаю.
Беди, не подходи! Беди! Я же говорю, что я куда-то упаду. Да, типа обморожение, что ли, получает он? Ой. Верь мне. Ну, до этого вода его не волновала, да? Когда я секретки лутал. Двойные стандарты с водой. Ну ладно. Это еще не конец, друг мой. Ничего. Ничего, приятель. Время пришло. Возможно, это наша последняя встреча. Над нами навис рок Ордена Джедаев, я чувствую. Нет, это еще не конец. Неудача лишь часть пути. Надежда не угаснет в сердцах тех, кто борется. Как ты, беди один. Знаю, ты найдешь того, кто будет так же храбр и непреклонен, как и ты, друг. И ты ему поможешь, как помогал мне. Но твоя память будет полностью стерта. Ты точно этого хочешь? Запускаю полное шифрование памяти. Только с полным доверием твои воспоминания будут открыты. Я в тебя верю. И всегда верил. И верю в того, кого ты выберешь вместо меня. Прощай, мой друг. Твоя память.
Ты рискнул ей ради меня? Да, и я в тебя верю, приятель. Да, ты прав. Еще есть шанс. Шанс есть всегда. Пошли. Это был типа лже-кайперкристалл. О. Это типа выбор, да? Я выбрал, уже не помню какую. Слишком богатый выбор был. Блин, ну что, на брови был чем-то похож кадром. Блин, а только на один удар можно его разделять? Не навсегда. Отстой. Ой, нам можно цвета теперь выбирать. Не, лучше, чтобы один цвет был. Блин, а я не вижу нижнее меню. Включить, выключить чего? Я просто хотел понять, как половинку это сделать, одного цвета, другую, другого. Ну ладно. Не суть. А, нет, стоп, блин. У меня обрезано там было. Цере, это на квадрат, да, было? А что за цере? Это между посохом и ординарным мечом был переключатель? А, понял. Вон там!
Лол, а что тут за какая-то дамба, лол? Кто это? Эй, надо прикончить его! Погиб союзник! Как же мы все помним? Ну, ты ничего не добьешься, джедай! Как так? Не отставай! Если враг не идет к нам, мы идем к нему! Давай! Я с этим разберусь. Да, я попал в него. Кто-нибудь, убейте его. Он прикончит. Спокойно. Он мой. Кто-нибудь, ну хоть кто-то, помогите. Они разрывают планету на части. Они не следили за нами. Ну, привет. Дверь, познакомься с Биди. А-а-а. Вот что он хотел. Сможешь с ней совладать. О. Тебя не остановить. Системы отказывают. Посредственность. Стоп, он мелодию наиграл в Звездных войнах, что ли? Давай сюда, друг. Забавно. Обнаружен противник. Рассчитанный удар. Пустяковый противник. Бесполезный человек. Вернись и бейся. Необходим ремонт. Еще сопротивляешься? Неразумно. Разгоняюсь. Неоспоримое столкновение. Рад, что ты полон энтузиазма. Да. Нерадостно видеть эти кристаллы после всего, что мы пережили. Цере, они захватили Илум. Нужно выбираться. Ты в порядке? Нет. Меня заметили. И это еще не все. Они добывают кайбер-кристаллы. Ну, куда это приведет? Эй, Биди, посмотри тут. Хорошо, Биди, что это? Хорошая работа.
Системы отказывают. Внимание! Ну, это с водичкой. Он там, прямо там! Слышу! Уничтожить! Размажем его! За ним! Точнее, почти покончено! Да пощади, игра! Стоп, а я сюда нырял, правильно? Тут только в одно место можно нырнуть же. Я подумал, что в два. Ну, то есть вот эту траншею. И вот сюда, и все. Ой, зря я так сделал. Нужна помощь, приятель. Стоп, а я тут был? А, ну, да. Там типа сейф. Когда я пришел, а как обратно? Блин, тут зеленка. А, я могу теперь ее распилить. Сэр, я помню трепет перед этими пещерами. Как мне не терпелось завершить обучение. Замечен враг. Подтверждаю. Назад. Думаю, я смогу его. На помощь, беги. Сканеры отказывают. Тебе не убежать. Хотя, наверное, в другом месте резать, да, надо было. Все-таки. Контролируй свои эмоции. Но, учитель, это же просто. Блин, я мог с другого края попасть туда. О. Так. Вперед.
Где-то впереди должно быть. А, ну вон, я вижу. Догнать его! Не, не хочу, у вас там с ракетами. Он слишком далеко! Ходит, бродит. Стоп, я же отсюда пришел. Блин, короче, налево и налево. Не дадим ему сбежать. Отступаю. Смотри. Как-то на деле мне сюда надо было. Ну да, точно. Уху-ху! От нас не скрыт! Жадай ранен! Ты хорош! Скорее покончим с этим! Попал по цели! Еще! Блин, ну короче, эти мужики с ракетами, это да. О вас говорят по всем имперским каналам. Направляют на вас все силы. Вы с Гризем в порядке? Мы залегли на дно, но море почти улеглась. Скоро останемся без укрытия. А если замаскировать сигнал богомола? Это работает только когда они нас... Есть другая идея. Блокирую атаку! Посмотрим, что ты нашел. И тут мы увидели тени холодно. Я взломала их шифрование, искажаю передачи, но уже скоро они все восстановят. Надеюсь, это даст нам фору. Спасибо. Тут повсюду штурмовики. Илум был наш.
Напомни им об этом. Стоп, кристалл? А, я вспомнил это место. Да я внизу. Целостность нарушена. Ой! Не сбиваю противника. Не расслабляться! У нас беглец! Еще сопротивляешься? Неразумно. Продвигаемся! Приятель! Блин, зря ударил, ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Что я так жадно-то играю? Они прорвались и вызвали подкрепление. Каждый звездный разрушитель в секторе направляется сюда. Если они доберутся сюда до тебя... Нет, мы прошли этот путь не для того, чтобы угодить в плен. Я иду к вам. Я хочу наверх забраться. Я в прошлый раз не забрался. Это того стоило. Впервые я это увидел, когда был маленьким, почти как ты. Но совсем не таким храбрым. Здесь медитировал великий джедай. Он вспоминал разные моменты своей жизни, свои приключения и испытания. Блин, а так просто нельзя, да, спрыгнуть теперь вниз. Эх, ладно. Ху-ху. Пусть Гриз закроет богомол. Что? У тебя же империя на хвосте! Парень, ты чё, спятил? Доверься мне. Хорошо, закрываем корабль. Во мне их убить надо? Я как бы не против, но как бы... Ладно. Твой выход! Блин, у меня силы нету.
В общем, вот она, моя острота. Да ну пощади ты. Нужна помощь. Легчайше. Ну, я видел, там дверь на мгновение открылась, между прочим. Ты справился. Мы? Без вас я бы сюда и не попал. На браке я мечтал о том, как буду штурмовать Корусант вместе с выжившими из Совета джедаев. На деле, судьба Ордена зависит от азартного игрока, бывшего джедая и недоподавана. Кучка неудачников. Сам понял, что сказал? Только на беде можно положиться. Он дал Кордове стереть свою память, чтобы остаться и вести нас. Но вы оба хотите пожертвовать всем, чтобы продолжать, когда это кажется невозможным. Неудача — это часть пути. Я это понял. Спасибо. Вам всем. Эй! Помнишь тот огромный корабль на Зефо? Вдруг там найдется что-то интересное? А я уже исследовал корабль на Зефа, нет? Ну, можно слетать на Датамир. Что значит можно? Я готов к бою. Да. Пора встретить прошлое. А что с тобой, Трилой? Не знаю, когда я буду готова. Ты знаешь, что поможет тебе исцелиться. И я очень горда тобой. У меня свой путь. Помни, что я всегда готов тебя поддержать. Стоп. Мне кажется, тут меньше осталось, чем я думаю. Нет? Мне кажется, после Датамира конец. То мы исследуем храм, потом всем лилей навалять и все. Не? Или мне еще надо будет куда-то идти? Часа два игры. Все будет хорошо. Все будет ну хорошо. Да, я об этом тоже подумал. Блин, и что делать? На то, какие ужасы нас ждут? Еще мертвецы, огромные пауки, цветы убийцы. Один момент. На завтра тогда это оставим. Там даже если больше 3-4 часа, то ну да. Ну и что, гнилые помидоры мы вырастили?
Ты уверен, что эти лианы не опасны? Уж очень сильно выросли. О, кого вы Поттера? Отваливаются подрезать их каждый день. А так все хорошо, пока я не забываю их подстригать. Успокоил, называется. Ну, то есть это уже конец близок, да, Шарль? Окей, тогда, раз говоришь 2-3 часа, значит, действительно спать. Ну вот, завтра тогда проходим Звездные войны. Потом Kingsfield от Redmond'а. Потом, я не знаю, опять какой-то не RPG. Возможно, Evil Within, а может быть и нет. Потом будем покемонов играть. Ну и начнем RPG-манию. Ролить, скроллить. Сейчас я способность потрачу. Увеличивать дальность броска. Но мне надо этот... А, оно все по 2, да, стоит? Что-то вообще по одному. Она на нас опять это пончо. Можно же снять, правильно? Ладно, тогда на сегодня все. В общем, всем спасибо, кто пришел, кто заглянул на огонь. Всем удачи, всем спокойной ночи, всем пока.